семейное дело. Муж с женой разошлись, и жена решила, организовала там банду и грабанула его. И все это зафиксировано. Да, шустрый. Я тебе мешаю, похоже, да? Да, да. Мешаю тебе работать, когда клавишу тут трогаю, да? Мешаю. О-о-о. Мешаю. Мешаю тебе тут работать. А, нет, мешаю. Ай! Мешаю тебе отдыхать. Ну, зараза такая. Конечно, тут вот издыхала, теплый воздух выходит. Тут хорошо ей. Угу. А тут я трогаю клавиши, так ей мешает. Угу. Они пока не строятся. Без спроса. Они не строятся. А кто сейчас выбрал мне? Я понимаю, но выбрали построить. Жан Николаевич, а если ты такой умный, ты не можешь как-нибудь тут вот так все переделать, чтобы нормально стало, а? А ты знаешь, у меня есть цель, да? Чтобы тут вот так все нормально. Вспомни 97-й год. Вспомни тот сын. Вспомни жизнь без сюжета. У всех много денег, все съездили в Биарриц, все зимой в Куршевете. Ну, как бы, или, по крайней мере... Где редактировать, а? Ну там сбоку, видишь, везде написано редактировать. Не вижу. Ну как же, вот же, синим цветом. Только пик. Личный секретарь отмечает. Это кот ученый. Это кот ученый. Пишет. Он думает сейчас будет. Он плохо пишет. Почерк неразборчивый. Обезьяна писал.
Знаете, что я заметила? В любом спортзале, на любой тренировке обязательно будет какой-то мужчина, который... С такими стонами. Пучок петрушки. Руби ее для меня. Я хорошо. И нарежь потом. Погоди-ка, увидишь мясо. Щеки, что за красота? Взгляни.